Во Фрунзенском районе отметили День внутренних войск МВД России. На митинг в парк интернационалистов пришло более 300 человек. Здесь встретились и ветераны спецназа, и участники боевых действий. Все те, кому дорог этот праздник, решили собраться вместе и сделать его общедоступным. Ранее День внутренних войск в Санкт-Петербурге отмечался хаотично, к сожалению. На территориях бригады внутренних войск, на территориях института внутренних войск Санкт-Петербурга. Во внутренних войсках есть и разведка, и авиация, но особенно здесь много бойцов спецназа, таких как краповые береты. Один из них Евгений Шиков. Вместе с представителями администрации он приветствовал гостей митинга. Я думаю, что нужно знать свою историю, нужно знать внутренние войска. Это не просто конвойная служба. Не просто розыск. После возложения цветов к памятнику бойцам спецназа гостей ждала праздничная программа. Затем всех угощали военной гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем.